Двоим жителям Муравленко вынесен приговор за убийство, совершенное в апреле прошлого года. Как выяснилось в ходе следствия, на одной из улиц города осужденные без каких-либо причин напали и избили двоих мужчин, одному из которых удалось сбежать от преступников. Другого же из хулиганских побуждений сначала избили, затем посадили в автомобиль и вывезли в лес, где приняли решение избавиться от жертвы, чтобы скрыть следы побоев. В результате мужчина получил множество телесных повреждений и скончался на месте. Окружным судом преступники осуждены по трем статьям: за незаконное лишение свободы, нанесение побоев и убийство с целью замести следы. Виновным назначено по 16 и 17 лет в колонии строгого режима. К тому же каждый из них выплатил семье погибшего по 2 миллиона рублей.